Маскировочная одежда, твердая горючая, БАДы алтайского производства. Сегодня все внимание тем, на ком держится промышленность региона. Сотни профессионалов отрасли собрались в Барнауле. Кто-то уже больше полувека на заводе. Самых лучших работников награждает губернатор региона. 71-м пришел и армию отслужил опять на завод. Нравится эту профессию, полюбил. Так вот, остался. И никуда не уходил с завода, так и всю жизнь проработал, там всю сознательную жизнь. Сегодня Алтайский край является единственным производителем авиашин. Также в регионе находится единственное в стране предприятие по добыче природного сульфата натрия. Каждый пятый грузовой вагон в России выпускается в нашем крае. Наращивает объемы оборонная промышленность. Многие предприятия региона законтрактованы на ближайшие годы. Также в ближайшие 5 лет Алтайский край может стать лидером в стране по производству сельхозтехники. Виктор Томенко сообщил, что справедливо будет заложить новую традицию – чествовать промышленников Алтайского края. Сегодня мы закладываем такую, мне представляется, традицию, которая должна, я очень в это верю, должна прижиться, должна стать постоянной и любимой многими жителями края, работниками наших промышленных предприятий. Будем продолжать находиться в таком самом теснейшем диалоге, рабочем, таком конструктивном, в созидательном диалоге, будем заниматься решением проблем вместе. Во многом именно промышленность определяет уровень жизни в регионе. В числе 10 крупнейших налогоплательщиков края 5 промышленных предприятий. Сегодня они обеспечивают больше трети налоговых отчислений в бюджеты всех уровней. Ирина Корчагина, «День с толком».